человека во многих отношениях, замечательного, необыкновенно талантливого поэта и великого общественного деятеля Владимира Афанасьевича Архипова. Каждый из нас будет не раз вспоминать, потому что так много живого и настоящего. Фортепиано, живой звук, эти свечи, живое пламя, свечи, а не софиты. Вот. И настоящий большой поэт. И вот Валентин Устинов называет ключевое слово к творчеству, к стихам нашего поэта слово «восторг». То слово, которое часто встречается у Пушкина, и которое так трудно, в общем-то, сохранять в своем сердце. Вы знаете, не какой-то глупый восторг постоянно с выпученными глазами, да, и улыбки на лице, а вот как раз мудрость воспринимать жизнь в радости. Это очень сложно, писать радостные стихи, честно вам скажу, для творческий человек. И Владимир Афанасьевич, просто здесь столько солнца в этой книге. Я очень-очень вам ее рекомендую. Уважаемые друзья, я бы хотел, конечно, поздравить Владимира Афанасьевича с очередной книгой. Я поближе познакомился и лично с ним, и с его творчеством. И был поражен тем, что Владимир Афанасьевич посвятил всю свою жизнь с молодости литературе. Вот это пример, яркий пример служения своему делу. Владимир Афанасьевич, я вас поздравляю. Ваша книга, я посмотрел, очень интересная. Ваш сборник стихов, он уникален. У вас свой почерк, у вас своя манера, у вас есть свой характер. Большое вам спасибо за вас. Спасибо, Владимир Алексеевич. Пробежаться по тропинке, босоногим для разминки, сполоснуть в родимой речке стихотворное словечко, принести букет в подарок для волшебницы Тамары, позабыть, что за порогом дураки да плюс дороги, вечерком забраться в сено спать любил Есенин, позабыть, как сонно-сладко, ощутить, как сонно-сладко муравьи щекочут пятки и успеть сообразить. Счастье — это просто жить. Скажите мотив. В каждой кувшинке по солнцу, в каждой травинке заря, и ушка веточкой сонной ловит в реке пескаря. Утро искристое, росное, тянет с реки холодком. Мама в цветах сенокосным машет веселым платком. Тихая музыка льется и уплывает в зенит. То ли девчонка смеется, только колокольчик звенит. Светится церковь и ельник, бьется сердечко в груди. Кто ж этим чудом творением нас на земле наградил? Ягодой пахнет лесною, птица поет и поет. Это родилось со мною, это со мной не уйдет. Дали мои синеокие светятся ночью и днем. Это из детства далекого, это о счастье моем.